For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah-ha. Существует 8 драконьих жрецов в Тамриэле, которых придется убить, чтобы забрать у них маски. Некоторые маски у меня уже имеются, и я думаю, что будет достаточно интересно найти все остальные и узнать, что же будет, потому что, почему бы и нет, каждая из этих масок обладает определенным каким-то невероятным свойством, которое позволяет в той или иной степени получить силу. Например, у нас был Маракей, который давал, если я не ошибаюсь, прирост к магии. Нашел я какой-то еще один, не помню, как он называется, но тем не менее он дает, если я не ошибаюсь, тоже что-то связанное с магией, вроде как к разрушению. И я думаю, что они разбросаны, да, по всему просто Скайриму. Их получается раз, два, три, четыре... 5-6. 6 масок из 8. У нас 2 есть, в принципе, вполне логично. И первая находится прямо рядом с крепостью Фелглоу, где мы уже были, поэтому можно совершенно спокойно туда отправиться. Я думаю, что будет интересно. Возможно, что-нибудь под... Нет. Я получу... Я крепость Фелглоу очистил достаточно давно. Давайте вот без этого. Тут достаточно давно, никто не обитает, поэтому давайте вот без этого. Давайте. Давайте будем мирно... Мирно. Просто мирно. Я уйду, ладно, ребят. Не трогайте меня, пожалуйста. О, опять ночные вылазки эти, но... Как бы не так. А, это кто? Это волк сейчас идет, да? Итак, каждая драконья маска будет обладать неким свойством. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что я найду что-то сильно заменяющее мне мою маску соловьиную, но почему бы и нет? Почему бы не попробовать? По книгам, которые у меня скопились, я смог выяснить, что их потом нужно будет собрать в одном каком-то месте, которое какое-то ритуальное или что-то типа того. И, скорее всего... Я не знаю, возможно, они все соберутся в одну большую маску, я не знаю, обладающую какими-то крутыми свойствами. Причем эти драконьи жрецы вроде как обитают рядом, да, как я уже вижу, со словами силы. И у меня как раз очень много криков, точнее не криков, а душ драконов, поэтому придется поаккуратнее. Конечно, каждый из них еще... Это дракон? Конечно, каждый из них еще обладает определенной силой. И убить их, скорее всего, будет достаточно проблематично. Двухглавый пик. Но я попробую. Так, маска надета, маска надета. Да, это живой дракон. Который сейчас меня, видимо, будет раздражать. Подожди, ты дракон, ты не... Привет, привет. А, я вызвал героя с авангарда. Господи, я думал, у меня стоит огненное дыхание, но ничего. Вот, кстати, наглядный пример. Обычный дракон. Абсолютно никакой, никакого отличия. Просто дракон и дракон. Не то, что было с авангардом. В Soulstame буду путать, видимо, два этих места. Постоянные. Ну, может, ты остановишься? Спасибо. Слабенький дракончик, ничего особо напряженного. Но это еще не все. По легендам, этих драконьих жрецов просто так не вызвать. А, стрелы, которые мне безумно нужны.
Итак, и все же. Драконий жрец, ну-ка давай вылезай, я знаю, что ты где-то здесь обитаешь. Между прочим, я вроде как ставил, но оно, видимо, слетело. Он, кстати, вылез, он вылезает. Радиус я увеличивал у этого. Фонаря, чтобы чуть получше светило, хотя бы вот так вот. Кроссис. Я хотя бы не один. Уже один. Вот насколько они сильные. Ты смотри, у него проблемы со мной, он не... Ну вот и все. Он наколдовал себе защитное заклинание. И сейчас начнется... Так, огненные шары. Опять разрушение это будет. Хотя обереги. Да хотя не все маги, господи. Все маги вообще без исключения. Не надо... Так, умереть недалеко. Вот правда. Как без оберега живется? Какую идеальную позицию занял? А, так у меня закончилось зачарование науки. Я-то думаю, что он мало меньше урона начал получать. Паучи! Там в меня влетело, но... Это могло быть летально. Это реально могло быть летально. Так, и что же у тебя за маска-то такая? Кроссис, навыки взлома, стрельбы из лука и алхимии увеличены на 20%. Ну... Что могу сказать? Неплохо. Кинжал драконьего укуса. Урон 22. Слушай, я возьму, наверное. Сколько у меня наносит до ВУ? 33. А это 26. И он как бы не зачарован. Блин, вообще в идеале, на самом деле, стоит, наверное, переходить на кинжалы. Хорошие кинжалы. А это как раз хороший кинжал. Разница в 4 урона? Ну, тут огонь у меня. Но надо Слушай, надо переходить на кинжалы, поэтому... Давай-ка, наверное, сделаем мы как-то так. И вместе с Доволу я буду брать кинжал, потому что почему бы и нет? Это вполне себе так неплохо. Я наконец-таки смогу прокачать себе вот эту способность. А, кстати говоря, две способности у меня осталось. Я почему-то забыл их улучшить. Но это, видимо, потому что кузнечное дело, да, я типа прокачивал, но у меня просто не хватает уровня. Я думаю, что я в эту сторону пойду, потому что здесь есть продвинутая ковка. И мы сможем улучшать до вдвое более высокого уровня, но этим попозже. Буду встречать кузнецов, буду их расспрашивать обязательно. Так, ну два навыка надо куда-то потратить. И... Скрытность до 5 уровня прокачать не могу, к сожалению, да? Ну, слушай, скрытые... Я стреляю из лука обычно. Можно, конечно, ходьба... А, нет, я хотел на 100 уровне. Взлом не могу, карманными кражами не пользуюсь. Алхимией тоже особо не пользуюсь. Красноречие, что у нас еще есть... Цены при покупке и подкупать смогу, да? А дальше просто уровней не хватает. А, значит, давай смотреть либо одноручное оружие, либо легкую броню. А, либо стрельбу, кстати говоря, тоже. А, у меня избыточное натяжение 5 уровня. Тут не могу. А, я ничего не могу, а замедление времени мне не нужно. Вопросов 0. Одноручное оружие. 40% больше урона. А что по кинжалам, кстати говоря? Рука костолом мечник. Силовые атаки... Атаку срочно нанесет двойной критический урон. И ничего интересного. Значит, легкая броня. Один я прокачаю здесь. Надета легкая броня, ничего не весит и не замедляет движение. Запас силы устанавливается 70% быстрее при ношении полного комплекта легких доспехов, шлем, кирасы, перчатки, сапоги. Я не так часто нуждаюсь в этом, поэтому просто увеличу класс легкой брони. Ну вот как-то, наверное, вот так вот это дело мы и оставим. Тут два сундука, кстати говоря. 3 слова силы? Сразу... А, сразу полный крик. Голос, голосовой бросок. Сразу посмотрим, что он делает. Тум слышен, но источник его неизвестен, и услышавшие начинают искать его. Немного странно, но это для примани... Это для приманки? Ну, в смысле... Ну, буквально для приманки, то есть мне нужно приманить кого-то, если внезапно я нахожусь в какой-то...
опасно для себя. Ну, не опасная ситуация, хочу, может, кого-то выманить, и он начинает меня искать, но это же крик, по идее, меня услышат сразу же все. Так, хорошо, один товарищ готов. У нас есть один около Рифтона. Один, точнее, даже два около Маркарта. Один вот тут около Солитьюда. И все, да? Да. Предлагаю тогда отправиться к Рифтону через конюшню Вайтрана. Да, это будет интересно. Я не знаю, возможно, есть смысл... Слушай, возможно, действительно есть смысл пойти и взять с собой все маски, которые у меня есть. Потому что потом мне, скорее всего, придется нести их в одно место. Ну и это, тем не менее, должно быть полезно. Потому что собрать их в одном месте... И чтобы не ходить потом сюда, это достаточно стоит того. Кстати, оцените, хотя, наверное, пока что не сможете. Сейчас зайдем в более-менее освещенный дом, я вам кое-что очень интересное покажу. Оцените, посмотрите. А, у меня эбонитовые стрелы, вот почему он так быстро отъезжал. Стрелы на самом деле заканчиваются. Кстати говоря, я подумал приобрести какой-нибудь колун или вообще наведаться хоть какому-нибудь. Почему так? Почему темно так? Эти вот огонь как будто вообще никакого света не прибавляет. Я подумал приобрести либо колонн, либо в ближайшее время найти торговца. И вообще надо прикупить и стрелы, и все, что только возможно. Потому что стрелы действительно заканчиваются. И это... видеть тебя там. И это проблема. Так, у нас имеется Маракей, да, и Накрин, вот. То есть у меня три... Из 8 остается, получается, у нас 5. И сейчас, чтобы убедиться, что я ничего не перепутал, надо начитать 5 штук. 1, 2, 3, 4, действительно 5. Все правильно. Что я хотел сказать изначально, оцените новый имидж. Селин немножко решила поменять причесочку, перекрасить. И я думаю, выглядит вполне себе неплохо. Думаю, со временем все-таки нужно было что-то доизменить, поэтому... Так вот я и сделал. Изменил прическу. Почему нет? Я думаю, вполне подходит Селин. Особенно сейчас. Это более удобно, чем какая-то косичка, которую приходится постоянно... Просто постоянно приходится ее заправлять в капюшон. И тем более во время драк это не особо удобно. Но такой вот вид, как мне кажется, достаточно удобен и комфортен для драк особенно. Так, а мне вот, на самом-то деле, что мне, кстати говоря, дает мой шлем? Ну, не мой шлем, а мой капюшон. Заклинание иллюзии расходует на 12% меньше магии. Угу. Слушай, так подумать, 27, тут 28. Вот так подумать, это намного полезнее выглядит-то, да? Выглядит, конечно, так себе, но... Во всяком случае... Намного полезнее эффект от них, от этой маски, поэтому пока я их все не отдал и не потратил. Хотя я просто не знаю, что мне в конечном итоге выдадут. Просто это какая-то древняя легенда по поводу этого. Бьёрлом, ты мне не повезешь, конечно же. Конечно же, ты мне не повезешь. Тогда, дойду до Эверстада, наверное. Пешочком к утру. Спать не хочется, мне только недавно отдыхали. Недавно отдыхали, а ко дню можно дойти куда только захочешь. Здесь нету никаких, конечно же, кузнецов. Ну и можно... Пошли к Рифтону пешком. Надо будет лошадь прикупить новую, потому что... Старая что-то уже куда-то делась. Видимо, я ее окончательно потерял. Она не появляется, ездить на ней у меня не получается. Ну и к тому же, не позволяет ситуации, да. Ну а вот по такому лесу, мне кажется, на лошади одно удовольствие кататься. Ну серьезно, просто гляньте. Деревья, травка. Если бы еще солнце было, было бы просто замечательно. Его, конечно, временами не хватает. Ну, хотя сейчас только 8 утра, я думаю, что ко дню, как минимум, когда солнце будет в зените, что-нибудь здесь да приукрасится. Помогите. А, понял. Одержимый безумец.
Кто? Одержимый беженец. Что ты? Может, хватит уже пялиться на уродство? Хотя, наверное, мне еще стоит сказать спасибо, что ты меня не бьешь. Что у тебя с кожей? Ты болен? Я из одержимых. Я бы умер от чумы год назад, если бы не помощь Периайта. Куда ты направляешься? Я возвращаюсь в Хайрок. Наш пастырь сбился с пути, и я боюсь, гнев Периайта обрушится на всех, кто останется с ним. Кэш знает куда больше. А лично я просто хочу убраться из Скайрима, и как можно скорее. Интересная зацепка на будущее задание. Я так понимаю, я записал это, да? Да. Я думаю, что после драконьих масок, если... Ну, если мы своевременно закончим, и это ничем особо важным не продолжится, то, скорее всего, тролль, отстань, я не хочу тебя убивать. Не потому, что мне тебя жалко, а потому, что мне лениво. Проще уж реально убежать. Лучше пойду под... Твоя корона. Та... Великие боги, она из Этерии. Я ее даже не надевал. Из чистого Этерия. И что? Где же она? Скажи мне. Кто ты? Я Тарон Дред. Крупнейший в мире специалист по двемерской металлургии. А теперь ответь на мой вопрос. А, ты тот, кто... Кто-нибудь есть? Это тот... И он решил на меня напасть. Серьезно, на меня. Вот в этой ситуации. Представьте себе, что... игра зависла. Мне пришлось ее перезапускать, и... И этот чувак не появился здесь. В общем, я, честно говоря, понял, кто это был. Это товарищ, про которого рассказывала Катрия, когда мы с ней еще работали над... над Веймерами. Собирали корону. Это, в общем-то, чувак, который украл у нее работу. И, по сути, из-за которого она пошла одна в руины, и из-за которого она умерла. Это был он. Если я его еще раз встречу по-нормальному, то ему не сдобровать. Так это точно. Слушай, что-то на пути даже ни одной пещерки я не встречу. Одни тролли, ты посмотри. Еще один. Какой-то уворотливый тролль. У меня закончились стрелы. Ха. У меня закончились стрелы, я собираюсь с этим идти на драконьего жреца. Мне придется в Рифтоне сейчас искать кого-то, потому что без стрел я и не готов идти никуда. Совершенно. Вот какие-то развалины нашел. Это чтобы собираюсь заходить, Ангервунд. Ну, тут разбойники, естественно. Господи, где их нет? Вот серьезно, вот где нет разбойников? У меня такой вопрос. В каком месте? Ну, дорога достаточно красивая. Нет, я не хочу с вами драться. Мне это надоело, ребят. Мне это надоело. Вон, ребята, вы там стражи вроде как. Вроде как даже Рифтона. Вы не хотите помочь? И кто это, братья Бури? Солдаты братья Бури. Ребята, разберетесь. И с троллями, и с медведями, и с кем только захотите. Вы можете, я вас верю. Я знаю, что вы, ребята, способны, поэтому... Ничего страшного там такого нет. Блин, реально, а как я собираюсь идти на... Паук? Нет, злокрыс. И издевательство. Слишком много, нет у меня стрел, отстаньте. Справа кто-то дерется. Слишком много событий на один день. Слишком много. Уйдите. Все еще бежите за мной. Но они меня потеряли, я думаю, они сейчас будут меня какое-то время еще преследовать. Привет. О, еще один одержимый беженец, смотри.
Так получается, все эти истории с беженцами, скорее всего, происходят где-то вокруг Рифтона, видимо? Слушай, я думаю, что я дойду до Рифтона без всяких... без всяких этих заворотов. Потому что там абсолютно нечего делать, даже если я найду что-либо. Какую-нибудь пещеру или что-то типа того. Мне срочно нужно найти первого попавшегося мне кузнеца. А, если у него есть полено, идеально. Если у него просто продаются стрелы, тоже неплохо. У меня лучший снег во всем Скайриме. Да, не сомневаюсь. Привет, друг. Хочешь посмотреть, как Балимон творит чудеса из стали, да? Что у тебя на продаже есть? Он, кстати, может получить кузнечным делом. Клинки, шлемы, практически все необходимое. У тебя же есть стрела, да? Да, я вот и верю. Так, железные, орочи, ну не так много, но... Чувак, не поверишь, возьму все. Просто все. Так, и он может меня получить кузнечеству, да? Получишь? Хочешь быть как я? Хорошо. А, такого уровня. О, ты эксперт. 5 уровней. Давай, давай. Я, конечно, надеялся на более, скажем так... Во-первых, это не очень дорого. Во-вторых, я надеялся, что если мне скажут, ну, поработать над чем-нибудь. А я, получается, просто заплатил ему денег. Но теперь я, очевидно, знаю больше. Слушай, а я совершенно случайно тот кинжал, который я нашел, не могу как-нибудь его улучшить, там, к примеру. Он же не зачарован, соответственно, мне никакие навыки не требуются. Что привело тебя? Так что, если сейчас я найду необходимую мне... Так, это доспехи, не то. Так что, если я сейчас найду просто необходимые мне для этого запасы... Кинжал драконьего укуса, стальной слиток. Просто стальной слиток. Почему бы не улучшить, да? Ты что, зашел к себе? Ну, серьезно. Вообще, наверное, стыдно, будучи кузнецом... И что не сравнится с тем, как пахнет раскаленный добела клинок, а? Чувак, я тебе украду сейчас что-нибудь. Знакомый с Балимом? Кузнец, поворачивай. Я реально сейчас украду у него стальной слиток. Он прикалывается, он зашел в дом, и я больше ничего не могу у него купить. И стальных слитков здесь банально нету. Я тебя понял, дружище. Я тебя понял. Ты великолепен. Не, серьезно, он зашел в дом, и все. И больше ничего нету. Ну, значит, надо найти стальной слиток. Потом я к нему, наверное, вернусь. Может быть, он чему-нибудь еще захочет меня научить. И в конечном итоге... Мне нужен 60 уровень, да. Надо побольше учителей таких. А он эксперт. Он эксперт, поэтому научить может многому, я думаю. Просто не сейчас. Он находится рядом с соловьиным залом, кстати говоря. Хотя тропинка, наверное, обойду. Ничего страшного. Блин, вот соловьиный зал с соловьиным залом. Ноктюрнул. Но что-то как-то мне это не особо помогает в этой жизни. Слушай, а камней нигде тут нету? Вот совершенно случайно. Камней силы, а то... Этериевая корона есть, что-то я особо не пользуюсь. А, это мне... Да, в другую сторону показывают. Так, а на этой горе... А вот камень как раз-таки здесь и имеется. Смогу я здесь подняться, интересно? Я думаю, что да. Понял. Ничего страшного. Ой, там что-то выросло. Нет, меня напрягает сейчас любые стычки, потому что нету у меня нормального количества стрел. Вот банально нету. А, это еще и здесь. Я вас понял. Ой, это что-то большое. А, что это? Это ледяной тронах? И колдун. Проклятие. Снова железными стрелами приходится орудовать. Ну что, В заклинаниях-то может быть и да, но думаешь, что тебе поможет хоть что-нибудь здесь? Эта новая способность меня просто удивляет. Она просто великолепна. Что у тебя имеется? Аргненский, понятно. Итак, знак тени. Что он дает? Благословленные знаком тени могут раз в день надолго становиться невидимыми.
невидимыми. Ну, поскольку я теперь некий коллекционер. Знак вора удален, и потом он вернулся. А вопрос у меня следующий. Если я сниму корону и надену... Кроссис, да, у меня был. Знак вора удален. Вот почему-то так я и думал. Ну ладно. В принципе... Хотя не в принципе, надо будет, по идее, в идеале-то забрать обратно тот... И думал я, что эта корона будет мне полезна. Но я не готов ходить в короне. Типа, совершенно. Даже если я соберу все знаки, существующие в Скайриме, а их порядка 20, я не думаю, что я получу... Слушай, а на эту гору подняться не так просто, да? Я не думаю, что я получу просто невероятную силу. Лучше иметь что-то одно. Сейчас просто у меня стоял знак вора, который позволяет... Во, видок здесь, да? Который позволял получать навыки. Я здесь не поднимусь нормально. Надо вправо уходить. Ой, там что-то... Смотри! Это что-то очень клевое. Вон там вот. Вот это вот. Надо будет сходить обязательно. Я такие места люблю. Ну, конечно, маска... Вот. Вопрос эстетства, да? Вопрос стиля или все-таки вопрос... функционала, то есть это достаточно хороший для меня спор, потому что обычно у меня во всех таких играх возникает дилемма, я хочу быть сильным или все-таки я хочу красиво выглядеть при этом. И то, и другое обычно не получается сделать, только если это не какое-нибудь ММО, где можно настроить одновременно... И функционал, и поставить ту кастомизацию, которая тебе нравится. Я не совсем понимаю, как... А, я все понял, наверное. Потому что красивая броня не всегда означает красивый стиль. Потому что соловьиная броня — полный комплект. Кстати говоря, насчет полного комплекта. Для того, чтобы моя броня не замедляла, там что-то произошло, не замедляла мои движения, мне надо обладать полным. Надену-ка я соловьиный капюшон. Что-то я подумал сейчас... Полезнее будет. Полный комплект — это неплохо. Стрельба из лука — круто, взлом — круто, но, знаете, вот, надевать ради этого драконью маску — не. Я обычно выбираю все-таки эстетство. Не знаю почему, но вот... Такова моя натура. Не хочу тратить я стрелы, конечно. Даже несмотря на то, что они железные, и, по сути, я их еще и вытаскивать смогу. И это несмотря на то, что у меня имеется способность... Поднимать вдвое больше стрел с трупов и вообще объектов. Это достаточно интересно. Мне теперь хотелось бы побольше разузнать, а что бы было, если бы вот я... Умри. А что бы было, если бы, например, у меня не было этой способности, да? Ну вот не было бы. Слушай, а здесь обычно обитают бандиты, но тут, видимо, заброшенная какая-то застава такая. А, ну так это вообще вход в какую-то... Это, видимо, какой-то пик. Правильно понял? Да, Фарел Хост. Слушай, столько здесь, конечно, руин я встречаю и... А, ну и вот оно здесь и есть. А, ну и разбойники. Ну, естественно, почему... Почему вы так, капитан Ваумер? Капитан! Где ваша банда? Может, конечно, это просто капитан, да? Слушай, а я сейчас его вообще... Вот... Вот убил я его. Это вообще нормально было? Может, он не хотел меня зла? Слушай, что-то я об этом даже не подумал. А, темного братства на меня не хватает. Что за распоряжение? Чем он здесь занимался? Отправляйся в развалины Фориохоста и забери маску обосновавшегося там драконьего культа. Если тебя обнаружат, притворись офицером. Вряд ли в Скайриме найдется кто-то достаточно сообразительный, чтобы раскусить твой маскарад. Как только маска будет у тебя, возвращайся в Лабиринтиан. Лабиринтиан — знакомое место, да? Где-то мы его уже видели. И что, вы хотите сказать, что мне придется сейчас подниматься... Слушай, или не придется? Или придется?
Потому что по карте мне не нужно поднимать. Хотя, может быть, я смогу туда попасть только через эти руины, потому что да. Да-да-да. Другого пути, скорее всего, нет. Хотя вот это вот что? Если это тропинка, то, скорее всего, тогда я потом пойду туда. Нет, это не тропинка. Но, значит, надо заходить внутрь. И смотреть, что же здесь будет. Ну, значит, мне просто необходимо было бы его убить. Он меня, скорее всего, попробовал бы обмануть, как оказывается, да? Я слышал, что кто-то достал кинжал. Я такое... Не очень люблю, знаете. Тихо. Тут все намного хуже, чем я предполагал. Я-то думаю... 112. Понял, хорошо, теперь у меня достаточно стрел. Я-то думал... Обычные нордские руины. Ничего особенного. Никаких там... проблем особо серьезных. А тут призраки. Которые к тому же появляются из ниоткуда. Почему так получилось? Справа еще кто-то есть. Слушай, да у них дофига нордских стрел. Меня это радует. Все, я думаю, что я здесь наберу свой комплект. Как минимум стрел. Да. Если я собираю практически по 100 с каждого. Ну, с каждого лучника, разумеется. То можно жить. Можно очень даже легко. Нет, меня пугают эти звуки. Нет, туда я не пойду. Но меня, видимо, вынуждают. Уровень замка новичок. Люблю такие замки. Стрелы, стрелы. Вот, вот, собственно, вот таким вот образом комплекты стрел и восстанавливаются, я думаю. Ау! Зацепило немного. Ну, правда, все нордское, но... Слушай, когда я жаловался? Я собираю стрелы любые. Ребята, вы меня напрягаете тем, что появляетесь из воздуха. Ну и не напрягайте, что меня не видите. Тут две, а вот тут этого должно быть много. 79. Просто 79 стрел. Ну, с одного человека, с одного противника. Щит Скинграда. Слушай, это какой-то, какому-то культу, наверное, принадлежит. Весит 12, взять, не взять. Не вижу смысла. Я бы продал, но брать такой дневник, скоро мы снежный странник. Потом почитаем, когда будем в безопасности. Что драконья тема, она мне, ну, в какой-то степени интересна. Слушай, интересно, а эти драконы, они хоть как-то вообще связаны с драконорожденными? Потому что, насколько я знаю, это просто драконий культ и ничего более. Ну а что, если они действительно были как-то связаны с драконорожденными, и я опять вернулся на этот скользкий путь? После Алдуина, Солстейма. Угу. Я постоянно возвращаюсь к драконьим темам. Уже привыкаешь даже к этому. Ну, подумай, что я там. Но, на самом деле, эффект невидимости чувствуется. Типа, 96. 32 урона? Сколько у меня у Каурель? А, мой 40, извините. Типа, я вот задумываюсь иногда. Мне нужно полено, на самом-то деле. О, а, не, подожди, мне нужен стальной слиток.
Мне нужен стальной слиток. Я вот задумываюсь иногда. Типа, может быть, я вообще в принципе всегда буду иметь теперь дело с драконами. Ну, вообще, вот, вот вообще всегда. Алдуин был. Старый драконорожденный древний мирак, который поработил целый остров. Это ко мне. Драконьи жрецы? Не знаю, я не сильно разбираюсь в этой легенде. Привет. Да, и другие драугры сейчас просто встанут. На, вы еще и призраки. Зря ты встал на месте. Слушай, им очень хорошо заходят хедшоты. Прям очень даже так неплохо. Древние нордские стрелы. Я, видимо, до конца жизни буду стрелять только нордскими стрелами, учитывая их количество сейчас. Денежки. Денежки-то всегда прекрасно. Я не найду здесь никаких сокровищ. Никакого интересного артефакта, может быть, потому что в таких местах они обычно обитают. А вот и выход как раз-таки к драконьей маске. Сожженное тело, он прям в таком виде сгорел. Тут, видимо, ловушка огненная, да? А я... Господи, я испугался. Как огнем тебе? Хорошо? Ну вот, можно испытать новый кинжал в более боевом формате. Он прошел профпригодный, слушай, он очень даже клевый. Типа, я понимаю, что у меня, ну, много урон наносит до валу, но, слушай, тем не менее. Это вполне себе неплохо. Еще больше призраков. Давайте, мне же их мало. Мне нужно больше. Надеюсь, что выйдя из этой крипты, я все-таки смогу попасть хотя бы... Ну, как минимум, выбраться не тем же самым путем, что я и пришел, потому что мне... Костоломная лихорадка. Серьезно? Что она дает? 25 запаса сил, но не так критично. Могло быть и хуже. Уровень замка мастер. Это будет сложно, но возможно и... Сейчас я даже уровень подниму. Это вполне себе взламываемо, учитывая, сколько у меня отмычечек. Ай, почти! Вот в такие моменты, я говорю это постоянно, но в такие моменты действительно понимаешь, насколько скелетный ключ был бы полезен. Легко. Слушай, не так долго приходилось возиться, да? Я сюда. Видимо, проплывая. Господи, куда я иду? Да, они мертвые. Честно говоря, не очень понимаю, каким образом. Да, господи, иди ты сюда. Ладно, убегай. Честно говоря, не очень представляю, каким образом злокрысы смогли выпихнуть пауков из их же логова, но ладно. Такими вопросами я не задаюсь, потому что злокрысы явно лучше, чем пауки. Так, что-нибудь полезное я найду здесь? Интереснее, такой у меня вопрос. Кроме парочки септимов, кучи призраков. Умереть не пробовал. Почему тебя не подняло до конца, до верху? Ребята, вас много. Ребята, вас очень-очень-очень много. Подниму-ка я уровень от ручного оружия пока. Давай здоровье немного.
Возьмем. Так, ну учитывая, что здесь мне все. Да, не нужно, надо одноручное оружие. Турон. Давай критический урон. Есть идея, крик. Ну как ты дотянулся-то? Понимаю, что длинное оружие, но. А разве 10%. Да, наконец-таки. Твою мать. Почему крик сбился? Почему? Я вкатился? Нет, подожди, серьезно. А сейчас зар... Что это было? Я хотел крикнуть огнем, тут просто смола, ну или как бы это ни называлось. И они бы умерли моментально, они бы просто сгорели. Но крик в какой-то момент просто банально перестал работать. Моя жизнь. Я когда-нибудь доеду уже до маски, мне интересно. Пришел сюда исключительно ради нее. Почему тут так много драугров? Теперь уже. В такие моменты понимаешь, что призраки были бы уж не такой уж и большой проблемой. Не, просто сейчас по звукам действительно слышу, у меня такое ощущение, что их там миллион. Там просто орда ходит. О. Это ловушки свои же активируют. Я же не знаю в кого. Вижу призраков, твою мать, вы меня бесите. Они получают меньше всего... Они самые противные. Они и магией обладают, и криками. И магия, и крики, и хорошее оружие. И достаточно устойчивые, даже вон, к выстрелам в голову. Напрягают максимально, короче. Слушай, очень много звуков. Я просто теряюсь уже. Я просто буквально теряюсь. Это что, руны? Вот похоже на руны. Иди туда. Это реально... Это и есть руны, я думаю. Какие-нибудь огненные... Ну да. Чтобы не проходили. И как? Конечно, могу пробовать проскочить. Проскочил. Я еще думаю, что я смогу... пролезть, но я, видимо, еще и не смогу здесь пролезть. Слушай, да это великолепно просто. Получил урон, еще и не прошел, куда хотел. О-о-о. Вот таких мест в нордских руинах я не видел еще. Ищите меня. Серьезно, я не хочу с вами драться. Моя скрытность позволяет мне просто уходить от вас, поэтому... Ты что, такое ощущение, что алхимики здесь обитали вот буквально недавно. Неприятные моменты. А, прекрасно. Ай, прекрасно просто, отстань. А, ну палач, естественно. Ну, вот я и говорю, и магия, и вызывают всякую хрень. А, ну это вообще палачи, это прям, это высший уровень. Это просто высшая степень. Магии. Кто бывает?
Вот такой вопрос на засыпку. Кто может быть сильнее палача? По званию. Капитан? Я не помню. Дверь на адепта. Ребята, я недавно мастера... А, и с первого раза я открываю адепта. Не являюсь адептом. Понял? Так, давайте побыстрее, потому что... О, да, я знал об этом. Поэтому с угла так брал. Так, а тут должна быть какая-то... Какой-то механизм. Эксперта взламываю. Еще и не выходит. И вышло только там со второго-третьего раза. Давай, хороший камень надо взять. Слушай, ну предположительно... Предположительно... Нет? Значит, надо искать механизм. Так, тут что-то вылезло. Не, может, мне, конечно, взять их надо, но я там в этом смысла особо не вижу. Пу-пу-пу. И как? И как? И как? Вот эту дверь я просто так открыл? Или, может, здесь механизмики? Нет? Давай, алло, рычаги, что-нибудь. Мне, конечно, их взять надо, нет? Нет. А то внезапно, вдруг там... Просто это так не работает. А где? Не вижу. А вот. И как тебя открыть-то? Возможно, это... Возможно, ответ прям находится на виду, но я его не вижу, просто потому что эти цепи, они очень часто... Сливаются, короче, с стенами. И, может быть, действительно я чего-то не вижу. Вот только здесь действительно ничего нету. Мне сейчас придется скорее... А, ты смотри. Это же стеклянный дракон. Это же драконий коготь. О! Ты что, драконий коготь? Давно я их не встречал. Я почему-то даже не задумывался, что драконьи маски могут быть с этим связаны. Почему, главное, мне не пришло это в голову, непонятно. Это должна была быть вообще первая мысль. Ну, хотя нет, первая мысль все-таки, конечно, должна быть связана с драконом. Тут есть ловушка. Поэтому отойдем. Слушай, вам тут немало драугров? Ну, естественно, то, чего я ожидаю больше всего. Но, слушай, это зато конец, скорее всего, этой локации. Так, стеклянный, да? Ну, покажите мне его. Ну, покажите мне его. Не знаю, лиса, сова и какая-то хрень. Лиса. Вот, по идее, вот так. Сработало. И никакие драугры меня не остановят. Слушай, а действительно, смотри. Во-первых, я взял, там были рисунки. Во-вторых, вот, пожалуйста, вам драконьи жрецы. На письменах, на камнях. Все это здесь имеется. Оно что, закрылось? Нет. Это все здесь имеется. Может, он сразу мертвым будет, не? Потому что сражаться сразу и с драуграми, и с... И со жрецом мне не хочется. Кстати говоря, по идее, все вот эти вот так называемые жрецы, они же, получается, существуют только за счет масок. Что если эту маску сразу же сорвать?
это объемное тело не будет существовать никогда? Или я возьму... А, я заберу его прямо так. Нет, я не заберу его прямо так. О, и ты еще и так мало урона получаешь. Ой, ты любишь огненных атронахов. Не помешала бы помощь. О-хо-хо-хо. Попробуем вот так. Ну какой Драугр-призрак? Ну ты о чем? Ну куда ты пришел мешаться? Надо было ему мне помешать, надо было, это надолго. Я этого урода буду убивать долго. Чувствуется мне. Хотя бы не лечится. Ага, эта скотина вокруг огня. Прям вообще полностью. Огненный атронах, огненный плащ. Да, я знаю, как эта хрень называется. Не зря же я архимаг, коллеги, умри. Ну и огненный посох. Хотя, осмелюсь заметить, что все вот эти уроды, они предпочитают огонь и обычно либо фаерболы, либо потоки огня. Это вот их любовь, скажем так. Но ты-то... Ты не посмеешь жить, просто умри. Почти готов. Лучше вот, вот так вот. О, какой хороший у тебя огонь, мой друг. Взять на заметку, у него посох очень мощный. Очень мощный посох. Возможно, он, конечно, чем-то еще дополнил, но умри, просто умри, умри. А вот она первая причина, по которой я не хотел заниматься этими драконьими уродами. Вообще, в принципе. О, кинжал драконьего укуса. Но, блин, два лупа лучше, но... Два кинжала? Два кинжала это ко мне. Да, а, это посох драконьего жреца. Применение на земле создает стену огня, которая наносит 50 единиц урона. Неплохо. Увеличивает запас сил на 70 единиц. Ну, короче, в принципе, как и... В смысле, выполнено. У меня это было как отдельное задание. Хотел сказать, что броня какая-то. Остальная броня, ничего особенного. Вот это только меня интересует, сундуки. Все продать, все продать. Вот, и думаю, что можно избавляться. Ну, типа, не прям избавляться, но поскольку я все-таки... Больше меня заинтересовывает, скажем так. Кинжалы? Я думаю, что я останусь именно при кинжалах, потому что... Ну, это более мне подходит, как мне кажется. Да? Под стиль костюмы даже. Вот, ну и вообще крутые они. Я их еще улучшу. И они будут наносить урона не меньше, чем до валу, а зачарованного оружия у меня по большему счету и нету. Все, можно сваливать из Форилхоста. На самом деле, достаточно проблематичная получилась локация. Очень много драугров, очень много проблем. Сам драконий жрец. О, как я вышел-то классно. А можно мне слово силы, пожалуйста? Да, вот оно сверху есть. Я как раз-таки на балкон и вышел. А мне тоже сейчас дадут сразу слово? Нет, мне дадут... Мне дадут только... Ну, точнее, не слово, а крик. Надо называть это криком. Гнев, грозовой зов. Дай-ка угадаю, вызывает грозу. А, это вторая часть. Крик сотрясает небеса, да-да-да. Сокрушительную силу молний Скайрима. О, можно я уже вернусь в Рифтон, пожалуйста? В свою родную гильдию. Серьезно, такое ощущение, что очень хочется вернуться, короче, в гильдию, сидеть там, выполнять какие-то задания, обворовывать периодически людей и чем-то таким заниматься, а не вот это вот. На полном серьезе, проблематично. Очень проблематично. Сейчас возьму таверну и отдыхать буду. Следующие драконьи жрецы... Немного. Следующие драконьи жрецы, видимо, подождут. Осталось... Если в кошельке звенят монеты, то ты осталось всего три. Присаживайся. Привет, Кирава, помнишь меня? А, опять ты?
принесла нелегкая. Что тебе нужно? Комната. Хорошо, она твоя на день. Отказать-то ты мне не можешь. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Хотя, по идее, в Рифтоне все торговцы... Ну, некоторые... Один торговец и два хозяина таверны должны меня ненавидеть. Просто ненавидеть. Потому что из Керава я выбивал долг ради гильдии. Помнится, это было очень-очень давно. Ну, как я и сказал, отказать-то она мне не может. Просто главная проблема в том, что в гильдии... В гильдии мне так и не выделили ни комнату, ни офис. У Мерсера ничего не было. И вот где должен, блин, самый главный выживать? Непонятно. Так, сколько сейчас надо убедиться в наших успехах? Три маски. Раз, два, три. Одна из них находится где-то... Тут была маска? А, я сюда не заходил, наверное, в Рагенвальд, да? Вот, и здесь маска. Тоже где-то в пещере. Хорошо, а у меня имеется... Получается, кроссис. Навыки... Слушай, подожди. Раз, два, три, четыре. Так их всего восемь. Восемь масок драконьих жрецов. У меня четыре. Но это все, что у меня было. Почему тогда осталось всего три? Потому что осталось четыре. Раз, два, три, четыре. Все правильно. Все, осталось четыре маски, но собирать я их буду уже определенно позже.